Всем привет! Сегодня готовлю блинчики. Это самый простой рецепт блинчиков. Получается абсолютно у всех, с первого раза. Блины выходят невероятно вкусными, тонкими и нежными. Никогда не рвутся, их печь одно удовольствие. Хорошо подходят для заворачивания начинки. Это мой любимый и проверенный рецепт. Приготовим тесто. В миску наливаем 250 мл молока. Разбиваем сюда одно яйцо. Добавляем 1,5 столовые ложки сахара и 0,5 чайной ложки соли. Взбиваем венчиком. Затем всыпаем частями 200 грамм муки. Все хорошенько перемешиваем до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Осталось влить еще 250 мл молока. Перемешать и добавить 2 или 3 столовые ложки растительного масла. Снова перемешиваем. Тесто для блинов готово. Оно получается как жидкие сливки. Можно печь блинчики. Хорошо разогреваем сковороду. Первый раз я ее смажу небольшим количеством масла. Наливаем тесто и распределяем по сковороде. Стараемся много теста не наливать, чтобы блинчики получались тоненькими. Жарим блины на большом огне с двух сторон до румяности. Все готовится очень быстро и не занимает много времени. Готовые блинчики складываем стопочкой. Можно смазать растопленным сливочным маслом. Они получаются тоненькие и очень вкусные. Этот рецепт блинчиков я просто обожаю. Они всегда получаются удачные, с потрясающим вкусом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю всем приятного чаепития и до скорых встреч!